Короче, у меня тут такая история случилась. Я иду такой по улице, никого не трогаю, и вдруг на меня выпрыгивает Эдвард Атева. В одной руке баклажан, в другой руке огурец. И начинает: отдай мне деньги с рекламы. Ну я ему отдал, я что, с долбоебом буду спорить? Поэтому пришлось снять еще одно видео. Я честно не хотел, но что ж делать? Придется сегодня опять играть в рулетку CSGO. Надеюсь, вы меня поймете и простите. Ставьте лайк, чтобы у Эдварда... чтобы у Эдварда вырос спид. Ой, в смысле, лук. Я говорил, что я тупой? Добро пожаловать на сайте CSGO Exclusive. И сегодня у меня целых 1 200 000 монет. Благодаря которым, кстати, мы уже можем вывести, что, ну просто, чтобы вы понимали, насколько я богатый. Ножик. Даже 2 ножа. Скорее всего, подумайте, что лучше было бы сразу же вывести эти деньги и не париться, ну потому что вы, скорее всего, не азартные. Но тогда шоу не удастся. А я хочу его. У нас здесь будет самая стандартная рулеточка, которая подразумевает с собой ставки на черное, красное, голубое и золотое. Хорошо, давайте начнем со 100 тысяч и поставим на... давайте красное, я не знаю. Я почему-то думаю, что если я поставлю на красное, скорее всего, шанс победить у меня удвоится в тройне. Ну, потому что 3 икс будет. Ну и красненького нет, будет черное. Я просрался. Но чтобы отыграть прошлую ставку, мне надо сделать 200 тысяч. И я опять поставлю на красное. И если сейчас я выиграю, я верну себе прошлые деньги, так еще их удвою. Я получу 600 тысяч. Что, конечно же, немало. И давай красненькое. Да бляха-муха, вот это, конечно, некрасиво. Давай еще раз 200 тысяч на красное. И я выиграл. Все, и ушел в плюс. Видите, нужно было немножко терпения и доверия к красному цвету. Ничего особенного, может это каждый. Я поставлю теперь 100 тысяч и поставлю их, скорее всего, лучше на... Ну, пусть будет голубое. Голубого давно не было на самом-то деле, поэтому рискну. Голубое... Че, реально будет Черное. Красное или черное? Давайте поставим тогда 300 штук на черное. Ой, никакое черное, на черное. На красное. Нет, хотя я боюсь. Давайте поставим 100 тысяч на черное. Я что-то в этом больше уверен. Подсоби меня немножко. И черное. Все, фу. Хотя бы вернулся к старту. А что ты думаешь, сейчас будет 300 тысяч ставлю и ставлю на черное. Сейчас, если я проигрываю, будет ой, как неприятно. Но я выиграю, потому что я Максим Стинт. И я слишком ЧСВшный. Давай черное, пожалуйста, мать вашу. Если это не черное, я расплачусь. Оу, oh, yeah. Так, теперь давайте думать и поставим все-таки 100 тысяч. Я голубое. Мне похрен. Рано или поздно это говно выпадет. Голубого не было уже сколько ходов. Сейчас 100% он должен быть. Давай. Голубой стой. Красный. Ладненько. Нет, я все-таки опять поставлю голубой. Я уверен, что рано или поздно, в течение 2-3 ходов, он будет. Если, кстати, это будет голубой цвет, я почти что сделаю ни хрена, потому что это уже не важно, будет красный. Настолько непонятно, то что я даже хочу поставить 200 тысяч на черное. И... Ладненько. Я очень сильно... Нет, похер. Поставлю 200 штук на черное. На черное 200 штук. Вперед. Я выиграл? Иду ва-банк. 400 штук на черное. Если сейчас не будет черного, можно смело сразу сваливать. Но если я выиграю, я возвращаюсь и можно даже стать заканчивать. А если я сейчас проиграю, лучше, конечно, тоже заканчивать. Пожалуйста, пусть не будет сейчас голубого, пусть будет сейчас черное. Прошу, пожалуйста, бог рандома. Хоть раз помоги мне. Спасибо тебе. Я отыгрался. Ну, раз отыгрался, можно еще парочку ходов сделать. 100 тысяч поставлю на черное, потому что, ну, не может после красного сейчас выпасть красное. Это слишком бред. А вот по голубым как раз может быть, когда их не было ходов 10 уже. 400 тысяч на черное. Красного не должно быть. Должно быть только черное. Оу, yeah. Я был сейчас охеренен. Ну что, давайте сделаем последнюю ставочку на сегодня. Поставлю я ее на... Золотое. Выиграем, проиграем, уже не важно. Мы ушли в плюс. Это для нас уже победа. Так что сейчас просто понаблюдаем то, что будет происходить в рулетке. Конечно, выпадение золотого значка было бы очень клево, но, к сожалению, такого... Ну да, такого не будет. А у меня 1 400 000 на руках. Вышли плюс на 200 штук. Я, в принципе-то, доволен. А на этом моменте наши азартные приключения заканчиваются. Играл я сегодня на CSGO Exclusive, и мне там очень-очень жестко везло. Ссылка в описании, как всегда. А я отчаливаю. С вами был Стинт. Всего вам хорошего. Фух.
аж вспотел. Хорошо, что не сказал, куда я на самом деле трачу деньги с рекламы. Никто не узнает о моей тайне. Никто!